Наш мозг совершает некую деятельность. Как вы понимаете, если есть нечто, что происходит, должно быть некая сила, которая это нечто заставляет происходить. В мозге соответствующие процессы, конечно, есть. Вы вот, например, сидите, а у вас в башке там что-то крутится. Вы что-то думаете, да? А то с чего? Вас никто не трогает, сидите, лежите вообще. Что вы думаете о чем-то, если вас не попросили? То есть там какой-то идет спонтанный процесс. А кто его толкает? Кто инвестирует, так сказать, силу, энергию, там неважно что, в том, чтобы этот процесс происходил? Клетки ретикулярной формации.